Здравствуйте, дорогие друзья! И мы опять с вами на клубничной плантации. А тема сегодняшнего нашего с вами видео и разговора о том, как спасти клубнику и повысить урожайность, и спасти клубнику от вредителей. Вот мы видим, что клубничка уже набрала бутончики, уже даже некоторые вот уже зацвела. И вот видите, как раз разговор, кстати, видите, вот уже какое-то насекомое, там уже все на ней, уже здесь расположилось. И пытается тянуть соки из этого цветочка. Вот если вам видно, вот уже ползают муравьи вовсю. А муравьи – это очень большие вредители, как раз вот именно клубники. Они вот проникают в цветочек и начинают, значит, в бутончик цветочек, любые, очень много разных видов насекомых вредителей, и начинают как бы высасывать сок и вредить. И бутончик просто-напросто желтеет и отпадает. Что вот как раз нам с вами не нужно. Видите, вот уже листочки подъедает, вон какая-то тоже букашечка. Что нам нужно с вами сделать? Как раз вот до бурного цветения, сейчас еще единичные только вот цветочки, можно было бы мне вчера, позавчера, но вот я не выбрала время. К сожалению, время только сегодня. И уже зацвела некоторые вот клубничка, но это ничего страшного. Я сейчас приготовлю раствор. И всю ее побрызгаю, клубнику. Сегодня у нас 17 мая. И как раз вот где-то в последней декаде мая, в зависимости от погоды, нужно как раз вот эту вот обработку проводить. То есть вы уже поняли, как наберет клубничка бутоны, но еще не зацветет бурно. Потому что когда она зацветет, наоборот, здесь нужно будет привлекать насекомых, а не, значит, не морить и не отпугивать, чтобы она, ну, как бы сказать, что оплодотворила уже вот эти цветочки, чтобы из них появились ягоды. А чтобы сейчас сохранить как раз вот тот цвет, который набрала клубничка, как я еще раз повторяю, что нужно, необходимо обработать от вредителей. Раствор для обработки я буду использовать для этого опрыскиватель жук. У меня такой есть, значит, с насадками, с разными. А раствор мы с вами приготовим любой, который подходит для цветочных ягодных культур. Именно по борьбе с вредителями ягодных и цветочных культур. Их продают всевозможные огромное количество, всяких ампул. Вот, поэтому можно смело брать, разводить и опрыскивать. Вот. Я опрыскиваю всего лишь раз вот в это время. Потому что уже потом пойдет цвести, ее нельзя опрыскивать. И уже когда образуются ягодки, я тоже уже не применяю никакие вот эти вот химические составы для того, чтобы все-таки ягодка была экологически чистой, относительно, скажем так. А они вот уже в ягоды, представьте, вот этот ведь яд, он уйдет в ягоды. И не знаю, от этого будет польза, не знаю, вред, скажем так. Вот, поэтому лучше всего, конечно, вот сейчас один раз пройтись, это будет самым верным. А потом уже не страшно, тогда, когда завяжутся ягодки, уже будет не страшно. Там нужно будет, наоборот, удобрять органически, азотным удобрением для роста. Вот, в данном случае, вот я уже, если вы заметили, я прорыхлила клубничку, вот видите, уже перегной почти, навоз почти не видно. Он уже перемешался с землей. И что хорошо, то, что корни дышат. Два раза мы ее пролили, и она сейчас вот прям поднялась, можно сказать, на глазах. Видите, вот очень крупные. Здесь у меня смешанные сорта, но вот это вот крупные листья, которые немножко, они даже всегда почему-то в это время желтоваты, это вот сорт гиганта. Очень крупные ягоды. Просто невозможно, какие крупные. Осталось вот, к сожалению, вот у меня несколько таких кустиков, которые я буду в этом году их помечать. И на следующий год буду разводить усы, потому что имела неосторожность выписать вот с разных магазинов. Нам же предлагают, красивые картинки рисуют. И мы все очень падки на все эти предложения, маркетинговые ходы. И я вот выписывала клубники, которые мне, честно сказать, не очень нравится, и от которого, вот смотрите, даже вот здесь вот вы видите,
одни сплошные усы. Ну что это вот такое, да? Ну какие могут быть сейчас усы? Сейчас она должна очень активно давать вот именно образование плодов, а усы уже у нее в июле должны. И вот я уже устала сейчас даже ее обрывать. Интересно, как-то вот она себя ведет, непонятно. Вот видите, здесь даже вот вообще ни одного нету, а уже вот два уса на тебе. То есть какой-то сорт не очень такой вообще правильный. Видимо, что-то такое на нас скрещивали, чего не должно быть. Вот. Никогда в это время, в мае, клубник усы не давала. А сейчас вот, вот такая вот какая-то аномалия. Так что, друзья мои, вот такая информация по выращиванию клубники. Я надеюсь, что она будет для вас полезной. Вот. И до будущих встреч. Сейчас пройдет, как бы вот еще отцветет клубничка. И мы с вами начнем активно ее подкармливать. У меня есть несколько удобрений. Они тоже все органические, эти удобрения. Я расскажу, как я ее подкармлю, чтобы ягодки были крупные. Так что оставайтесь, друзья, на моем канале. Кто не подписался, приглашаю вас подписаться. Будет много интересного, полезного. Всего того, что я имею в своем опыте, я все вам расскажу по выращиванию клубники, потому что занимаюсь я ей уже около 20 лет. И кто меня знает, знает, что я большая любительница выращивания клубники в той местности, в котором в поселке я живу. Все про меня так и знают. И всегда очень все спрашивают у меня вот эти все клубничные, вот эти все, всю рассаду, которую я вот сейчас уже, как вам сказала, я прям опасаюсь ее как бы сейчас уже давать, потому что она у меня перепылилась и вся она перемешалась. И вот сейчас я, значит, сорта, новые сорта вывожу. Вот. И надеюсь, что у меня сейчас появится хорошая сортовая клубника. Вот сейчас я вам покажу, какие сорта я приобрела прошлой весной. Кстати, да, и вот как они сейчас... Вот видите, она уже тоже набрала цвет. И мне очень нравится, как она набирает цвет. Видите, такие мощные соцветия. Видите, вот она, как она уже все. Очень хорошо она набирает. Крупные такие очень бутоны. Такие прям очень даже. Вы видите, смотрите, сколько она набирает бутонов. Я надеюсь, что она меня не разочарует, эта клубничка, а даст, так сказать, хороший урожай, и я буду от нее уже разводить плантацию. Видите, сколько? Аж 3 соцветия пока что вот. И здесь тоже вот очень много. Потому что, ну, в общем, здесь не один сорт, а здесь вот 3 ряда у меня и 3 сорта. Посмотрим, какие ягодки будут лучше, и буду я ее как бы уже потом на замену, то, что у меня есть, плантацию менять и вот ее размножать. Ну что, друзья, всего вам доброго, до будущих встреч и хорошего вам настроения и садово-огородных удач!